Что для контента? Только не меня. Да, для контента. Вот я вот так встану. Вот. В общем, идет дегустация местной хурмы. Не попадаете. Вы что, в розыске? Вас разыскивают. Я испачкалась, пакет не могу. Ничего, мы вас не покажем. В общем. Так, пробуем сухую? Да. В общем, хозяйка стесняется, поэтому показываем ее только руки и ножик. Все остальное и хурму, которую купят, сейчас и пробуют. Вот смотрите, такая вяленая сушеная хурма. 800 килограмм. А, на повесу, да? Смотрите, здесь местные персики. Вот такие пирамидки у нас. Персики. Вот они. Вот они, сливы. Все это растет вот в этом саду. Вот вы видите персики. Чтоб поверили мне, я сейчас подойду ближе. Вот смотрите, как растут персики, видите? Вот такой персиковый сад. Ну что, попробовали, да, вяленое? Да, очень вкусно. В общем, вот такие дары Абхазии у нас есть. Практически повсюду можно попробовать вяленую хурму. Она разная, есть королек, есть обычная хурма. Ну, про напитки я вообще не говорю, а про персики, сладкие. В общем, смотрите и смакуйте, и не завидуйте нашим гостям. Сами приезжайте и все попробуйте.